Всем доброе утро. Посмотрите, чем мы тут заняты. Примеряем Тимурку. Разложили спальный мешок. Который купили вчера. Решили его протестить. Он такой не маленький, кстати, посмотри. Мне кажется, даже ты туда влезешь. Я? С ума сошел? Потом протестирую. Да. Пап, туда влезешь. Купили же мы еще мат вчера. Вот, можешь расстилать мат, давай попробуем прямо на ковре. Так он, она будет скручиваться, не? Тань, встань там ногой. Давай, я с одной стороны разберу. Ну, туда подтяни. Все, мы подтяни стоим. Подтяни туда. Ну, чтобы на столик не упирался, еще тяни. Вот. Все. Теперь спальник. А как он будет ложиться там? Тоже мы будем ногой держать и лежать? А пусть ложит, не знаю, другой стороной. А Артем поможет. Ну как-то же разбирались, Артем уже так же самое ехал в прошлом году. Давай, расстегивай спальник, ложись уже. Да ладно. Где твои ноги заканчиваются? Вот. Где? Вот здесь? Вот, вот тут? Там. Запас еще есть небольшой. Ну, застегнись. Ну и здесь машина сильная, да? Все. Тимур ушел спать. Смотри, здесь тоже можно подтянуть, чтобы так было. О, только мост можно оставить. А и здесь даже. Ничего себе, вот это да. Что, может так его оставим теперь? Чтобы не шкодничал. Ладно, давай. Ну как, жарко? Ну как, тепло там? Да, очень тепло. Такую погоду и под покрывалом было бы очень тепло, да? У нас еще есть небольшая обновочка. Смотрите, что у нас на террасе происходит. У нас зонтик. И мы его не купили, и мы его не украли. Нам его подогнали соседи сверху. Короче, этот зонтик принадлежал когда-то жильцам этой квартиры, где мы сейчас живем. И когда они съезжали туда, они подарили его соседям сверху, потому что они хорошо общались. А сейчас соседи сверху решили его подогнать нам на время. Но они говорят, вот у вас здесь столики стоят, чтобы вам было от солнышка, может быть, вам не надо. Мы подумали, ну окей, давайте. В общем, крепится он так, я снял здесь плитку, поставил крепление, накрыл плитку снова назад. И вот такой вот зонт. По-моему, неплохо. Если нам понравится, мы протестируем, то мы купим такой же, может быть, себе потом. Как тебе нравится пока? Сейчас солнце пропало, так не видно. Вообще реально он делает хорошую тень именно туда, куда нам нужно. Да, чтобы можно покушать, посидеть. Просто солнце как раз днем получается с той стороны. Вот так вот. Такие отношения с соседями. А, кстати, это те соседи, которые мне машину должны еще отремонтировать. Мы с ним, кстати, ездили, кто там кого интересует. Мы ездили с ним уже в автосервис, но там не сошлись по цене они. Вот сейчас будем решать, не знаю, уже, наверное, после отпуска будем решать этот вопрос окончательно. Я, в принципе, нашел мастеров, я знаю цену, мне надо сейчас просто ему ее озвучить. Вот, и там договоримся уже. Сейчас время отпусков, не хочется портить настроение, да? Да, пусть сейчас все отдохнут, мы отдохнем, они отдохнут. Они, кстати, уезжают, соседи, на сколько-то дней раньше, не знаю, на неделю, да, наверное. Они уезжают к себе на родину? Я не знаю, не спрашиваю. Что, Кейси? Кейси я помыл сегодня, кстати, в ванной. Не помыл, а сполоснул. Смотри, морда грязная. Мог уже помыть. Мог помыть. Я хотел, чтобы ему не было так жарко просто. Да, Кисюля? Тебе не было жарко больше? Жулик ты. Тебе жарко, Кейси? Ах ты, Кисюль. Тимур, полазь уже. Скручивай уже обратно. Кричит, когда ему можно. Кричит, братик твой? Когда сверху можно. Я сгорел! Артём вчера был в бассейне и сгорел. Что, так больно? Да! Маш здесь выше, Милан тоже. А, там... Давай, давай, выше. Стой, 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 стой! Вот здесь Милан надо мазать. Видите, как сестренка ухаживает за братиком? Я сейчас умру! Миланочка, вот там наверху, вот там, самое больное. Вот здесь вот, да. Самое больное? Вот, там вот размазать. Все, хватит, размажь теперь.
Ой. Хочется фруктов побольше, видишь? Арбузики на входе видел? Да. Yeah. Итальянские вот такие. Их там осталось штук 5. Я потрогала, они мягкие, вот такой прям палец прогибает. Ну это не он. Это не он, я взяла, какой был. А почему тот нет? Ну они мягкие. А, типа уже испорченные? Мне кажется, что да. Иди посмотри, вот там в коробке. Не, ну он снаружи должен быть твердым. Я бы не стал брать тоже. В общем. Клубничку взяла, вот эти вот нектарины плоские, сбрызгала. Хлеба вообще никакого почти нету, посмотри. Воскресенье. Я думаю, что все немцы сегодня приехали сюда, потому что вчера где-нибудь тусовались. Все скупили, да? Что взять вчера? Баклажаки взять, сидеть и будут есть. Можешь взять. Бочники? Нет, я вообще сладкого хочу меньше есть. Но ты же сегодня усиленно искал что-то сладкое. Не, лучше бы его не было. Вот здесь арбузы, про которые говорила Таня. А, ну так вот, он здесь просто побитый. Конечно. Арбуз побитый просто. Ну так, в принципе, нормальный. А здесь тоже помятый. Это нормальный. Можно было бы даже взять, наверное. Дай, смотри. Меняем? Он нормальный. Он же мягкий, смотри. Не мягкий, точнее. Да, этот не мягкий, где ты такой нашел? Мне там кажется, и нашел. Все потрогал. Нет, вопросы, которые были на самом дне, они отжаты. Потому что они лежали на самом дне и приплюснуты были. Сколько там сейчас штук лежало? Штук 5-6, не помню. Ну, да, так и было. Салями итальянская. Ай, да бросьте. А вдруг? Значит, это на место отнести? Да, да, лучше взять это. Иди сюда. Будем тебя кушать скоро. Мне в последнее время нравится смотреть всякие безделушки, которые продаются в таких магазинах. Можно очень много чего интересного, полезного найти. Правда, не всегда знаешь, что это. Смотрите, вот поводок. Поводок для собаки. А к велосипеду крепится, собака может рядом бежать. Прикольно. А еще мне понравилась, смотрите, какая штука. Специальная защита от солнца для собаки. Лежак, плюс еще навес. Ну, заодно и от дождя, наверное. Если где-нибудь в лесу там тусуетесь или на даче. Здесь какой-то фигвам для животных тоже. Переноска. Какой-то сегодня акцент сделан именно для животных. А это что? Какая-то сумка. Кстати, вот такие вот лампочки мы давно хотели купить. Тай, может, купим уже эти лампочки? А? Лампочки эти. А, они батарейки или розетку? А, не знаю. Ой, сейчас посмотрим. Ничего не написано. 8 метров. 5 метров power кабель. А, без батареек на кабеле. 30 лампочек LED. 30? Да. 8 метров. И таймер можно поставить на 6 часов. То есть он можешь поставить, он сам выключится. Ну, когда мы едем с палаткой и когда на даче тоже. Они стоят, по-моему, всего десятку. 10 евро. Вот. Мне кажется, прикольно. 10 лампочек за 10 евро. А тут 30. Да ладно. Да? Нет. 10 ламп. Как может быть по лампочкам считать, если здесь стандартно 30 лампочек в упаковке? Ты хочешь, что он будет 30-ку стоить? Давай возьмем, посмотрим. Мне кажется, прикольно. А, ну тут 10 и есть. А что здесь написано, где-то было 30, подожди. Каждый по 3, может. Подожди, где я читал, блин, что 30? Я, блин, я бля буду, я читал. А вот. 30 умножить на LED. Да, ну, 30, видно, может быть, там в одной несколько стоят, а этих 10. Она, по сути, небольшая, что-то получается. 8 метров. Ну, а это розетка, смотри.
5 метров просто кабель и на 3 метра лампочки. На 3 метра? По сути, мало, да? Надо хотя бы 2 брать, наверное. Вчера у Марины на даче мы кушали вкусный сыр. Вот это он, да? Нет, я вообще такого типа, я не знаю, какой мы кушали. Ну, примерно, да? Но он был вкусненький. Да, я. Хочешь взять? Хочу взять, да. Ну, хочешь, возьми. А оливки взять? А с чем ты сейчас будешь все это? К чему? Не знаю, что-то хочется такого, не пойми чего. Ты не беременна? Нет, я не беременна. Ну ладно, пошли тогда. Брат. Надо же мороженое, наверное, взять детям. Такое, чтобы сразу скушали в машине. То есть нам надо 4 штуки. Да, у нас четверо, было? Да? Вот я думаю, вот такое. Милана, смотри. Тимур и мы с мамой. С мамой, с Таней. Ты с мамой? С мамой Таней. С мамой Таней. Давай возьмем. Кассу, да? Да. Насчет арбуза только неуверенность небольшая. Сейчас мужик один подошел из южных и сказал нам, что это плохой арбуз, не берите. Я подозреваю, потому что там остальные мягкие, они выбирали и не нашли. Я подумал, что мы тоже взяли мягкий. Он подошел и потрогал так, а он не мягкий. Он не то чтобы мягкий, не мягкий, он чуть-чуть такой где-то местами продавливается, но чуть-чуть совсем. Ну, как показать, не знаю даже. Да не продавливается. Вот все так. Остальные продавливаются, этот нет. Ладно, посмотрим. А я Саша смеюсь. Я говорю, он сказал, что он нехороший, чтобы мы положили, а он потом пошел и взял, потому что там другие остальные реально нехорошие. Да. А вообще, думаю, если он будет совсем плохой, допустим, его можно привезти назад им сюда и отдать, сказать, что ты будешь это делать? Да. Принципиально привезу, о чем? Принципиально, да, так-то. Другой конец города. Что-то такого хочется, я не знаю даже. Может, ресторан мне хочется. Или, может, зря эту книжку поварскую немецкую не взяла домой. Что-то другого хочется. У вас бывает? Часто бывает, когда вам хочется чего-то, не знамо чего. Вот Таня ходит и не знает, чего ей хочется. Макароны. Тане хочется колбаски, ветчины. Хочется котлеток, наверное, каких-то ей. Подливочку. Подливочку. Колбаска итальянская, солянка. Мороженое. Тебе мутно, не спеши. Мороженое, понятно. Это фокус. Фета. Фета. Бананы, лосось. Мидии. Я очень надеюсь, что они в нормальном маринаде сделаны. Или в чем они вообще, непонятно. Что-то неизвестно в чем. Ну и там что-то сладенькое, высочненькое. А это зачем? Что будешь делать? Жарить? Что будешь делать? Что мне уже не хочется, можешь его выбрать. Ну что делаете иногда? Не, давай возьмем, а вдруг потом захочется. Он недорогой, 60 центов. Татьяна, что с тобой? Бывает такое? Опа-ля. Кому мороженое? Мне! 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 Запарились тут. Я им окна оставил, все равно, видите, какие красные. Ну и сами не захотели пойти. Ну да. Мороженое. Только, пожалуйста, я вас очень прошу. Да, я знаю, что... Что ты знаешь? Чтобы мы здесь не мусорили. И грязно не делали. Ура! Спасибо. Ладно, поехали дальше. Сейчас расскажем вам, куда мы едем. А ты на ходу что, будешь есть? Ну да, буду кушать. Ну, давай скушаем сначала. Серьезно? Угу. Ну, скажи, покажи. Вообще все серьезно. Ну что ж, ребят, всем приятного аппетита. Кушайте мороженое, когда жарко. Спасай. Не болейте. И не болейте, да. Но не злоупотребляйте, конечно же. В общем так, мороженое было вкусным. Ну, лично для меня. Мне правда очень вкусно, мне тоже понравилось. Слушай, куда мы сейчас едем, расскажи. Мы сейчас едем к Володе и моей маме кормить кота и развлекать. Потому что они уехали в отпуск. И кот бедный сидит один, грустит. И мы поочередно его развлекаем. Сегодня наша очередь. Поедем проверим котика, как он там поживает. Так что, Людмила, смотрите, покажем. Если, конечно, он нам покажется на глаза, выйти из-под дивана. Что, надо цветочки полить? Да. На балконе мне задание дано. Ну, в общем, наша миссия сегодня не обделить вниманием животное. Вот так. Я дам.
мы с мамой проверили дело. Ну, где котик? Еще везде, где он может быть. Маркися! Он иногда там, где у нас спит. За диваном его нету. А под столом вроде бы не вижу. Может быть, нету кота уже? Миланка выманивает Маркиса игрушкой. Выйдет. Давай, потеркай. Там вот стоит. А, вот он, Маркизя. Маркизя, привет. Выходи, Маркиз, выходи. Шипит, смотрите. Маркиз, выходи. Маркиз, это мы. Мы же с тобой ухаживать приехали. Смотрите, побежал куда-то. Маркиз. Вы видели кота? Мы его видели, он как этот секретный агент. Тихенько выполз, где-то из-под дивана покушал, понюхал, я видела сандали наши и обувь. На разведку такой вышел и опять сиганул под кровать. Я, правда, один момент успела его поймать, чуть-чуть погладить, так зажать, чуть-чуть потеребить же надо ему. Общество человеческого сфоткало, и он опять утонул от нас. Но он такой не сильно любимый. Он вот к хозяевам привык, с ними хорошо. Когда мы в гостях и хозяева дома, тогда он более-менее выходит, да? Но ты не возьмешь его спокойно на руки, если только где-то подловишь так втихаря. Так что кот-партизан. Кот-партизан. Пришел втихаря, поел, ушел. Главное, так интересно получилось. Я только в комнату, где он сидел, и он хоп опять под диван. Ну ладно, думаю, сейчас я его обдурю. Лягу на диван, типа лежу. Легла, смотрю, он пошел, посмотрел и опять под диван. Я лежу, его нету. Слышу, кто-то чавкает там дальше. Ну, думаю, ну не может же быть, что он уже кушает. Как он подскользнул? Да, потом смотрю, идет, облизывается и обратно под диван. Как-то он вырулил, короче, меня обдурил и пошел поел. Маркиз очень тихий. Он так ходит, реально так прям аккуратненько, так не шороха. Ладно, все, едем домой. Миссия выполнена, кот сыт. Теперь мы едем домой кушать арбуз. И спать. Время уже позднее. Что спать охота, правда? Сейчас посмотрим, какой он там, плохой или не очень. Сколько процентов даешь, что он хороший? Что вкусный или что не испорченный? Что не испорченный. 90. Резать не могу. Просто нам так уверенно подошел дядька один и сказал, что не берите его, он испорченный. Ну и что? Как он выглядит? Так себе. Сдалось мне, дядька был прав. Попробуй, я его отвезу сейчас назад. Сейчас ты меня отвезешь. Ну или завтра отвезу. На вкус очень даже ничего. Ну, кушай, кушай. Да? Неплохо, мне кажется. Не знаю, ничего такого я бы пока не почувствовал. Что думаешь? Нормальный вкус. Да? Mm. Сочный, сладкий, достаточно? Не возвращаем, да? Достаточно, насколько это возможно. Не самый сезон. Еще же не самый сезон, да? Мне кажется, июль, август самый сезон. Ну, еще июнь. Сегодня. Так. Теперь моя технология нарезки арбуза. Она качается от Сашиной. Я вижу, как в мультиках, долечками красивыми. Нет. Долечками красивыми режу я. Нет, я режу. А Саша режет как мультик. Я режу красивыми долечками. Знаете, так, когда арбуз так стоя стоит, и так вот такими долечками. Чик-чик-чик.
огромными. Когда ты ешь, у тебя вот здесь все мокрое. Да, красиво вообще. Наслаждаешься. Вот они какие-то там... Ну, что такое? Пол... Блин, не знаю, что. Что-то это неудобно по моей технологии резать. Конечно, неудобно. О, смотри, какой. Тань, прощались уже. Все. Всем счастливо, всем до завтра. Спокойной ночи. А что ты сделала, что не ночь? И на мне отписываться, да. Ночь. Вот и на ночь жестко арбуз кушать. Нам неспокойной ночи, похоже, да? Ну, хотя он такой, да, какой-то? Не фонтан. И сейчас, чем больше нарезаю, тем больше удивляюсь. Точнее, убеждаюсь. Это что? Ну, я говорю, хоть он странный все-таки. Мы все-таки вернем завтра. Прямо вот этими дольками. Знаешь, как говорится, можно лишь бы не описаться, а здесь можно еще и что-то еще, лишь бы не. Ночью. Не такое переваривали.